17 марта на выборах президента России в Приднестровье откроются 6 избирательных участков. 3 из них будут работать в Тирасполе, в центре города, во Дворце Республики, на Бородинке, в Доме офицеров и на Балке. Участок для голосования откроют в 5-й школе. Еще 3 участка для голосования откроют в других городах Приднестровья. В Бендерах проголосовать можно будет в ДК Ткаченко, в Рыбнице и Григориополе участки откроют тоже в местных дворцах культуры. Для того, чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или загранпаспорт. Проголосовать можно и с паспортом гражданина СССР, если внутри есть указание о принадлежности к гражданству России, либо имеется вкладыш к паспорту или штамп о регистрации по месту жительства в России. Проголосовать можно по свидетельству на въезд в Российскую Федерацию.